чемодан еще. Че? Чемодан. Пять двадцать восемь. Ну как это сказала? Дубай, 20 градусов. Добро пожаловать в Дубай. Здесь очень удобно, можно коляску взять для ребенка. Прямо вот такой шкаф, в котором можно выбрать любую из одинаковых колясок. Давай. Немка, сейчас кататься будешь. Все, понеслась? Сидишь? Нормально, а Бузю держи. Вот в другой мир попадаешь после нашего аэропорта. Да. Это в будущее. Офигеть, мы с тобой первый раз за пределы выехали континента. А, это да. Прикольно тут вообще. Я хочу все. О, Рафаэлла, Феррара-Роше хочешь. Будет конкурс на дешевле. Да. Друзья, время 7 утра, и это Дубай. Вон, давай, там сядем. Так, мы сейчас находимся в бизнес-зале в Дубае, и ничего особенного. Ничего, просто можно подходить сколько хочешь раз. Хочешь? Ребят, здесь что? Очень вкусные Оплати булки. Ну, невозможно вкусно, я три уже съел. Алиса говорит, иди еще возьми. Джем тебе дать? Открыть. Маленькие джемики. Ну, как в Дикси продают. Это очень бледная ветка. Да поставь тоже джем. Ты меня подтащишь. Ты водичку попьешь? Вот они, эти адские вкусные булочки. Ты съешь эту булочку? Вот это вкусное. Сладко. Съешь одну. Если хлеба себе желаю. Ну ничего страшного. Хлебом позавтракаю. Пробуй. Я тоже. Даже вот это вкусное. Пустая. Как оно может быть вкусное? Некрасивое. Не знаю, как вкусное. Это даже не попробую. Оно клёклое. Что значит клёклое? Прессованное тесто какое-то полусырое. Ну что? Слава уже с этим. Вроде ничего особенного, всегда опаздываем потом, да? Сколько времени делаем? Один едет, вторая не едет. Садись, держись, все. 5 минут до посадки. Успеем? Успеем. Если рядом до посадки, а до окончания посадки. До окончания посадки. Это разные вещи? Когда окончилось, тебя уже туда не пускают. Да, да, давай, садись. Зачем слезла ты? В итоге, ребят, мы никуда не опаздываем, потому что нам нужен совершенно другой терминал. Оказывается, у нас еще 20 минут в запасе. Зашел в магазин техники в Duty Free. И для сравнения, колонка JBL, которая у нас красная, которую я купил в МВидео за 5000 рублей или за 4,5 по акции, здесь стоит 7500. Вот вам и разница, где лучше покупать, в Москве в МВидео, либо в Дубае. Прям сиди, пожалуйста. Она сейчас вот сячки хватает. Ай-яй-яй. Цикаина, да? No problem. Гоняй. Пойдем. Мы сейчас полетим на самом большом самолете на свете, да? Да, пойдем. Самый огромный, двухэтажный пассажирский самолет. А что, еще не сажают нас? Фотографируй. Не сажают нас еще? Нет. Фотографии, на которых меня нет, да? Как смотреть? Airbus. Airbus? A380. Аэробус? Это не Boeing. Это Airbus. Airbus. Окей, thank you. The three of you and the three of you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Второй. Как селедочки. Со второго спустились, на второй поднялись. Нормально. И на автобус сейчас еще 20 минут работы. Идешь, батя? Не даст. Поехали. Нет, поехали. Ну все. Ты давай, подашь, батя? Нету, мне кажется, нету. Может, позвоните? О, здравствуйте. Все, выходит. Нам бы наверх. А, наверх. Ап. Ап.
Аплис. 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 Весь самолет погрузится, а мы так погрузимся. А вы ближе. Эм, пойдемте, мне кажется, надо другой лифт найти. Эм, пойдем. Эм, пойдем. Ой, кто там гномик бежит? Ой, ой, догоняет гномик. Скорей, скорей, скорей. Огромный самолет. Ребят, мы сразу идем на второй этаж. Смотри, все уже догнать пробку создали. Одни шли. Hello. Hi, how are you? Hello, I'm going to see 3. 29. 29 у нас G и F. G и F. Он на самом деле был заполнен, и я уже очень тяжело. Ну, но ты справилась. Ну, я справилась, да. Хоть как. О, ничего себе, тут пульт, смотри, какой. Пульт, зарядка, зарядка. А, надо эти провода достану, зарядить. Да что, видно, сюда как? Смотрите. Да, они сейчас регулируют там, ребята. Папе надо. Да, сейчас открываем и едим, хорошо? Так, смотри, сюда огромный экран. Огромный просто экран сенсорный. И вот какой пульт. Можно во что-нибудь поиграть даже, мне кажется. Попробуем? Ребят, мы взлетаем на двухэтажном лайнере. Нам вот повезло с местами сейчас. Видите, ноги упираются где. Мне капает еще почему-то. А еще один плюс. Он вот там вот, вот здесь, туалет. Это второй плюс. Еще есть третий плюс. Третий плюс в том, что всю еду будут начинать с нас. Да. Тебе достанется все-таки. А еще есть четвертый плюс. Мы еще не успели уснуть и успеем попробовать детскую еду. Смотрите, это туалет. Это туалет нашего лайнера. Посмотрите, какой он крутой. Ну, не прям огромный, супер, но классный. Дерево, все. Здесь вот такие вот штучки есть, можно крем для рук. А, это что такое? Стаканчики, смотрите, рот полоскать. А, сенсорное управление водой. Среднее ставим. Мыло, розетка, вытяжка. Emirates Sanitary Towel. Какие-то полотенца здесь. На прокладки очень похожие. Мусор. Ну, в общем, короче, круто очень все здесь. Так, осталось полтора часа всего до прилета, до нашей локации. И нам выдали вот такие вот штуки. Это иммиграционные карты, которые нужно заполнить в самолете. И мы все ждем, пока Катарина заполнит свою, а мы будем списывать мне. Потому что никто нифига не может сам сделать. Так что, если куда-то поедете, заберите с собой Катарину. Итак, последний момент, когда можно походить. Я бы ее одела, Эмма. Она не хочет. Нет, чего не хочет? Нет, мне прохладно. Эмма сегодня ноет весь день, потому что ей тяжело. О, Катарин, привет. Неожиданно. Эм, я сейчас приду, я два чехла сниму только. А, лайфхак, можно всегда в Emirates попросить принести бутылочку. О, это куда, кстати, лестница? It's just me following a line at the stars. Крестка, вы это делаете? Мам, я не хватаю, я листья. Что тебя хватает? За ручки. Да. Да? Да, вы же друзья, Эмочка. Зачем обижать Тёмочку? Тёмочка же хорошая. Давай, другой, нет, другой рукой. Что? По очереди рукой, видишь? Что? Хеннесси, давай. Хеннесси. Итак, друзья, мы приехали в Таиланд. Здесь плюс 31.
плюс 31, очень жарко, очень долго ехали, Эмма спит, то есть никто не спал. Паспортный контроль. Привет. Тебя не стали бы ждать, но у тебя виски просто. Кто мне? Кто, виски? Палатка натянута. Че? У Эммы очень плохое настроение, потому что она не спала почти. Да никто не спал. Но паспортный контроль. Потом еще 3 часа до дома. И посмотрим, что будет. Ну, Серег, как? Сейчас кальянчик будет. Ты уже знаешь, сколько ты обещаешь? 14 часов. Кстати, в Таиланде кальяны запрещены. Мы прошли паспортный контроль, и теперь осталось получить багаж. И практически с аэропортами у нас на сегодня все закончится. Здесь можно получить такую вот бесплатную тележку, в которой можно возить все свои вещи. А вот эти телеги платные, с водителем. Ну, Серег, хороший улов у тебя. Макларен. Вроде твой. Неплохая. Ну да, я слышал. О, Самсона, видишь, Самсона разбирает хорошо. Самсона хорошо идут, да. Как ты его узнал-то? Он как у всех. Нет, на красной веревочке. А. И вот, все, победа. Блин, Серега. Все. Вон и наш едет. Ну все, ты выиграл. Ну ты уже выиграл, да, уже все здесь. Лучшее настроение среди нас всех. Че, им ты спать будешь сразу? Да, не закрывается. А? Чуть-чуть не закрывается. Сушка. 500 бат вам даю. А это сколько? Ну, примерно 1000 рублей. Примерно. 500 бат? Да. Могу мелочь дать? Да, не знаю, мне все равно. А нам что сейчас нужно сделать? Купить билеты, да? Да. Короче, давайте еще тебе 100 дам. Я 600, короче. Так. 600. Все. Хорошо. 600 бат. Катарина, а может, подожди, а ты думаешь, проще так купишь сразу 4 и все? Да. Того сколько нужно? А сразу 100 бат. И все? И там показано на мониторах, сколько времени осталось до следующего поезда. Так у нас тоже пишут, нет, мы в Москве? Нет. У нас пишут. Уйди, сядь нормально. Сколько нет поезда. Сядь нормально. А здесь пишут, сейчас сколько он приедет. И мы бедные, сонные. Смотри, сняла что-то, уже разбирает коляску. Мы сейчас на метро поедем. Сразу приехали, сразу на метро. С чемоданами. Вот секс-туризм, как сказал Серёня. Чемоданы. Таскаться с ними. Пленки. Трахаться с этими чемоданами. Я за безопасный секс. У меня всегда все в пленке. Не, белый, отстой. Еще без сидений, без пола даже там был. Как не поднимается? Так, сейчас я пыталась ее поднять, чтобы не перейти порог. А что-то с два. Не важно. Ну, 6 сейчас. Еще 2 часа, как раз пока приедем, и будет. Да что такое? Поедем, смотри, попой здесь поедем, ту-ту. Нет, что такое? Чемодан-то катается, как тебе впечатление, Дмитрий? Лавки, да, такие узкие прям, неудобные. Жесткие. Жесткие, неудобные лавки, чтобы не сидели. Я сильно костлявый. Это ночь почти. Сегодня так. Что, вниз поедем? Ну, придется, что. Пивка бы местное. О, это уже пиво захотелось, резко прям. Оно хорошее здесь. Синха хорошая. Печенка хорошая. Мы все-таки добрались до отеля. Не знаю, на каком моменте кончилась флешка. Мы добрались, и нас угостили яблочным соком. И все чемоданы наши уже загрузили. А ты рюкзак свой не сдал туда в чемоданную? Давай. Какая лучше спросила? Ты в 10-м или в 11-м? В 11-м. Я в 11-м. Давай 10-й. Какой? Да пофиг. Да пофиг. Катя, пошли. Слушай, ну тут намного симпатичнее. Чемоданы сперли. Вот они. Да. Ну что сразу паникуешь-то? Я же человек помочь хотел, а ты сразу полицию звать.
иди сюда. Все, Эмма остается, а ты... Эмма! Эм, давай, заходи. Скорей. На втором этаже. Скорей. Фига ты мокрый, Серег. Да? Да, вообще насквозь просто. Мокрый. Вот ваша, вот наша слева. Вот ваша. Да вот ваша. Вот. Это ваша. А ты не очень сильно ключи во время секса. Вот я и боялся, что мы будем за стенкой. Кто громче? Слушай, да, попробуй сегодня обязательно. Тебе том ям и пиво. Тебе салатик, папайя салат. Да, вообще не представляю. А как мы с Ленкой спать? Сейчас посмотрим, может он... Смотри, знаешь, как мы делаем? Мы в коляске, спишь. Перелёта нет, потом... Пока разница, всё равно никак. Ну, смотри. Всё точно нет. О, Эмочка. Ничего себе, какой у нас номер. Эмма. Эмочка. 24 градуса, что-то зарели. 24 градуса, ребят. Угу. Отдельно будет спать у нас Эмочка. На своей кровати. Раздеваемся, Сонечка. Отпускаешь нас? Я вас? А что у вас? Конечно, тут? С Богом. А кто у вас? Кто же? Там, не знаю, надо писать. Там другая комната. Все, солнышко, сейчас мы... Кладовка? Да, отлично. Вид на стройку, то, что надо. Но поезд ходит. Хотел на море, вид на море. На стройку я хотел. Какого? Мы же не вернемся. Да, может, лучше работа, может, решаешь. Да. Да. В бассейн. Да, два раз хихтела, да, я. Слышишь, девчонки говорят? Че?